Все любят котиков, даже террористы, понимаете? Это Ашанины, которая, кстати, потом умом тронулась. Два шага от Невского проспекта, а вот здесь такое... Па-па-па-па. Классные рассказы. Спасибо. Мне очень нравится. Спасибо. Сейчас мы попробуем здесь пройти, может, нас не выгонят без маски. Пойдем, зайдем, попробуем. Это просто невероятно. Не терзай, не мучай себя из-за меня. Моя участь вовсе не такая плачевная. Если бы ежик из смешариков прошел бы мой путь, описанный в книге «От крестика до штанги», то он, скорее всего, превратился бы вот в такое вот. Да. 28 февраля 1881 года вот здесь, в меблированных комнатах Мегдена, один человек, вот этот конкретно, зашел очередной раз в гости к своему крымскому товарищу Михаилу Тригоне. Пойдем. Человек этого звали Андрей Желябов. Естественно, он тогда фигурировал под другой фамилией. Он не знал, что за Тригоне уже следили не один день, потому что он не перешел на нелегальное положение. Место присяжного поверенного в Одессе ему очень помогало, на самом деле, жить прекрасной жизнью. Поэтому это его и погубило. И их там накрыли. Вот эта книга советская из серии «Жизнь замечательных людей» очень странно описывается арест Желябова. У него был в кармане пистолет, он мог на самом деле вырваться, у него были поддельные документы, и сначала как бы его приняли просто, ну, для проверки данных. Но он не стал этого делать, может быть, потому что понял, что бесполезно, соответственно, как-то пытаться бороться против. Я вам специально сегодня буду показывать тоже немножко разных дворов. Вот здесь очень хороший облагороженный двор, но вот если здесь такие вот деревья, где вся зелень в Питере? Вот здесь вся зелень в Питере. Так вот, вот этот вот момент с арестом Желябова поставил очень серьезный вопрос перед исполнительным комитетом народной воли. На тот момент уже долгое время шла охота на царя. Частично я рассказывал о ряде покушений и о покушении Александра Соловьева, например, на Дворцовой площади. Сегодня я буду рассказывать про теракт, который был еще совершен не в рамках народной воли, а в рамках земли даже воли. Вот здесь вот один из моих любимых дворов, таких тупиковых. Два шага от Невского проспекта, а вот здесь такое... Па-па-па-па. Прекрасная атмосфера, но чисто зато. Какой русский не любит быстрой езды и вот написать на стене вот это слово? Желябов был одним из ключевых людей вообще. Вот Аргунов писал в своих воспоминаниях, что если бы не Желябов, то, ну, большинство молодежи не было бы так революционизировано и терроризировано, потому что он приложил к этому большие, соответственно, усилия. Очередной раз показываю, что здесь были бывшие конюшные сараи, видите, а сейчас тут у нас котельная номер 13. И вот эта персона, например, показывает нам, что бороться с молодежью той эпохи было практически бесполезно. Вот еще, видите, то же самое. Он из бывших крепостных. Он окончил гимназию, поступил в Новороссийский университет, причем ему подсказали, чтобы он поступил на юридический факультет. Капитализм набирал обороты, и стране нужны были, соответственно, юрисконсулы. Ну, в общем, короче, все вот этой капиталистической истории нужно было... Я написал тебе на среднеподъездческий 15 в час. 15 написано. Я тебе написал, среднеподъездческий в 15 в час, посмотри. Оля, среднеподъездческий 15 – это адрес. Ну ты что, неужели бы я тебя стал обманывать? Ну, среднеподъездческий 15 в час. Так что сорян. Вот, ну, красивый, будешь... Красивый. Скоро выложу, кстати, клип про биткоины, где ты очередной раз делаешь вот так. Да? Да, вы можете посмотреть клип «Меня зовут Google», где Оля прекрасно выполняет всевозможные... Да, и везде прекрасно. Сегодня она будет делать нам бэкстейджи всякие разные, да? Ладно, мы продолжаем наш, так сказать, променад.
Дело в том, что высшее образование тогда, это не сейчас ты, так сказать, окончил университет и что, идешь в Макдональдс работать. Нет. Здесь у нас очередная, кстати, история. Вот Владимир Ильич Ленин, где присел, там реально доска. Да? Часто работал, встречался с товарищами в марте 1906 года в помещении издательства «Ленин провел совещание с депутатами 4-го съезда РСДРП». Я даже не буду объяснять контекст этого 4-го съезда, чтобы не съезжать вот с этой темы, потому что эта тема важна. Он преподавал в частном имении сахарозаводчика Ихненко, и там, соответственно, у него было две дочери, старшая дочь у него влюбилась, и он, в общем, тоже совет да любовь, и вот у человека, у него высшее образование, то есть вся дорога перед ним открыта. Высшее образование действительно давало очень много в Российской империи тогда. У него жена олигарха, и он, соответственно, ну вот может все, но он это все похерил ради, вот, как он считал, служения народу. Как с такими людьми было бороться? Совершенно невозможно. Так вот, соответственно, Желябова принимают. Жили они тогда в ротах со своей гражданской женой, по факту, Софьей Львовной Перовской, о которой мы сегодня тоже будем говорить. Сюда мы сейчас заходим. Здесь этот двор сейчас у нас приводят в порядок. Вот буквально начали. И у них было, ну, интернетов нет, телефонов нет. У них было четкое правило, что если кто-то не приходит ночевать, ну, скорее всего, он арестован. И когда Желябов не пришел, соответственно, на ночевку, Перовская поняла, что он арестован, и исполнительный комитет собрался на Вознесенском проспекте в конспиративной квартире, которую держал Вера Николаевна Фигнер, и было постановлено, что все, вот во что бы то ни стало, нужно, соответственно, все-таки сделать так, чтобы покушение финально состоялось. Вот здесь смотрите, какая чудесная у нас очередная набережная, можно сказать, ортопедическая. Да я шучу, господи. Нет, не набережные, конечно. На тот момент уже функционировала сырная лавка на Малой Садовой, куда мы сейчас направляемся. Значит, изначально хотели там сделать не сырную лавку. Желябов настаивал на том, чтобы сделать там магазин осветительных приборов. Таким образом, было бы проще маскировать всевозможную несырную деятельность, которая там происходит. Но от этой идеи отказались, и когда вот решили делать сырную лавку, хозяйкой вызвалась быть Софья Перовская. Но Софья Перовская, она, конечно, была кем угодно, но только не крестьянкой. Поэтому выбрали баску Анну Якимову, она была с Вятки, на «о» говорила, с такой челкой постриженной, правда, курила папироски. В одном... Да, я хочу, чтобы ты пошла в песок. В одном из своих интервью замечательный историк Олег Витальевич Будницкий произнес такую потрясающую фразу, что если бы крокодил закурил на тот момент, то это было бы примерно так же, потому что, ну, она купчиху играла, да, ну, какая купчиха с папиросами? То есть это уже вызывало определенные, соответственно, вопросы. Оля, приготовься, тебе будут писать особо дрочерные персонажи. Задолбала эта баба в кадре, вот она вот, в красной футболке. Мы сюда на перца пришли смотреть, а не какую-то бабу. Понатыкал везде своих баб. Поэтому мелькай почаще. Да, поэтому мелькай почаще, пусть им будет приятно, да? Да, и хозяином был Богданович, он участвовал еще в «Хождении народ». Он был такой, у него борода такая, ну прям такой выходил, ну, барин. И вот они, соответственно, сняли эту лавку. Лавка эта сдавалась, потому что там затопило ее, там был асфальтовый пол потресканный, поэтому ее сдавали. Они ее сняли, какое-то время шло на ремонт. Пока шел ремонт, они перекантовывались в Станицком проспекте, в каком доме это описано в моем путеводителе, можете его купить и прочитать. Product placement небольшой. Да, и... Стали делать там подкоп. Значит, сняли эту лавку, завезли сыры. Самое сложное, как писала в своих воспоминаниях Анна Якимова, было пробить цементную стену изначально. Да? Но они ее пробили и стали рыть. Технология подкопа уже была на самом деле апробирована миллион раз ими, потому что это и под Александровском было, и в Одессе. То есть такая треугольная, соответственно, получается шахта. Ее подпирали досками. И кто-то
копает сначала буром, потом лопаткой такой кусок рогожи с веревкой. Кладется земля на рогожу, дергается веревка, веревка вытаскивается, ну, земля сыпается. Вопрос, куда девать землю, да? Землю ты не будешь выносить в мешках, потому что у тебя сырная лавка, ты тут землю выносишь. Поэтому ее хранили в дальнем помещении под рогожей, присыпанной сеном и коксом. Кокс я имею в виду не тот кокс, а кокс в нормальном понятии этого слова. И даже, как потом выяснилось, остатки складировали в диван. Значит, происходило это примерно вот здесь. Дело в том, что, ну, это понятно, что шедевр у нас Барановского, дом Елисеевых, он в начале 20 века был построен. Как выглядел вообще Невский проспект, я сейчас подставлю, покажу. Вот тот дом, который здесь стоял, он вот был таким, да, то есть он был не выше третьего этажа. Копали, им нужно было заложить мину ровно посередине, потому что движения Александра II уже были вычислены посредством наблюдательной команды. И в процессе подкопа они столкнулись с несколькими проблемами. Ну, во-первых, они натолкнулись на сначала металлическую водосточную трубу, ее они обошли, а потом они столкнулись с деревянной водосточной трубой. Это была, на самом деле, распространенная практика в то время. Из старого барочного леса делали трубы. Они ее простучали, выяснилось, что она наполнена где-то наполовину. Они ее просверлили, чтобы дальше проложить. И когда они ее просверлили, то такое амбре поднеслось. И представьте, замкнутое помещение, да, а ты со свечкой. В общем, короче, они там пытались сделать какие-то ватно-марлевые повязки, пропитывать их марганцовкой, но ничего не помогло. В общем, бомба была заложена вот здесь. Значит, в день Х что должно было происходить? Император Александр II, как правило, ездил по Малой Садовой. Я, кстати, помню в молодости еще эту улицу Проездную, да. То есть я помню, как ее делали пешеходной. Ездил, куда он ездил, я вам покажу. Он ездил в Манеж на развод. Ну, в тот день был развод лейб-гвардии саперного батальона. И, значит, его должны были взорвать. Если бы он не взорвался, должны были вступить в действие 4 бомбометальщика. 2 стояли на той стороне, один возле Катькиного, в Катькином саду возле, соответственно, памятника Екатерины II, и один вот здесь. И там на углу с Невским у публичной библиотеки стояла последняя сигнальщица Анна Корба. Она, Прибылева Корба, она потом стала в революционном движении известна. Она стояла в такой богатой одежде, то есть изображала себя тоже барыню, подавала сигнал. Взорвать, соответственно, должен был человек по фамилии Фроленко, Михаил Фроленко. Он, когда пришел, соответственно, к Фигнер, достал бутылку красного вина колбасой и начал есть и запивать вином. Она в ужасе, потому что они всю ночь готовили эти бомбы, 4 штуки они сделали. Перовскиевские бальчищем их притаранили с Вознесенского на тележный дом 5, куда пришли бомбометальщики за ними. Ну и, собственно, она в ужасе говорит, как можно в такой ключевой момент, вот, он говорит, я должен быть в полном обладании сил, при том, что все понимали, что человек, который будет смыкать провода, он, собственно, как бы и каюкнется. Интересно, что буквально за несколько дней до 1 марта туда приходила комиссия во главе с генералом Мравинским, который там подергал обшивку, попинал этот самый кокс, спросил, откуда сырость, и ему сказали, что сметану на масленицу пролили. Ну и, в общем-то, и ушел. Вот, собственно, и все. Тут у нас, кстати, такая замечательная экспозиция. Вот меня часто спрашивают, что за карта висит у меня на стене, когда я вещаю себя из дома в Сестрорецке. Вот эта карта у меня висит, чтобы вы понимали. Ну, поясни, это старое, мы ленивые, нелюбопытные. Есть на самом деле такой сайт, это место, там все старые карты. Я вам рекомендую туда залезть. Мне очень часто спрашивают, Павел, типа, да, ну блин, ну сами попробуйте. Вот Сенная площадь, где мы с вами гуляли буквально недавно, да, Спас на Сенной, церковь Пени Богородицы. Тут у нас Достоевский сидел когда-то, тарабанил. Вот такие были, кстати, покатушки на Адмиралтейском лугу. Видите, ставили такие вот большие горки. Вот, кстати, Елисеевы. Про них, кстати, можно прочитать чуть-чуть у меня в путеводителе. Там довольно интересная судьба. О, какая чудесная картина, а? Да. Вот смотрите, как прекрасен конструктивизм, когда он не загажен ничем другим, да? Это пассаж, через который мы, возможно, сегодня пройдем. Это у нас фонтанка, сберегательная касса, архитектор фон Гоген построил.
Это у нас вот, мы тоже проходили мимо, но до сюда не дошли. Это особняк по проекту Левинсона на Петроградке. Шедевр. Ну и понятно, в общем, все дальше. В общем, он ушел, Якимова приходит. Богданович, как она пишет в своих воспоминаниях, в присядку выскакивает. А у нас был обыск, а у нас был обыск. Она говорит, если бы у нас был обыск, ты бы сейчас так не танцевал. И, то есть, ну, в общем, короче, все поджимало. Вот. Царь не поехал по Малой Садовой. Он поехал по Большой Садовой. И, казалось бы, давайте мы сейчас вернемся, мы тут еще хитрее выйдем, то теперь уже через другую арку. Посмотрите, как врос колеса отбойный столб в землю. Проклятые жидомасоны его закопали. Кладут плитку, причем буквально это вот недавно стало происходить. Я пару месяцев назад водил эту экскурсию, тут еще было все по-старому. Да, царь не поехал. Ужас, ужас, трагедия, трагедия. Но Софья Львовна Перовская, которая руководила метальщиками, она не растерялась. Она их привела туда, куда я вам сейчас еще покажу на самом деле. И, собственно, благодаря ей 1 марта такие состоялось. Значит, пару пояснений. Александр II на тот момент уже был, ну, таким достаточно серьезным затворником, потому что граф Михаил Триелович Лорис Меликов очень сильно просил министра внутренних дел его никуда не выезжать. На этом же настаивала его на тот момент еще пока что нет, уже не пока что, уже марганатическая жена, да, уже это все. Да, они уже поженились на тот момент, конечно, сразу после смерти, через месяц после смерти Марии Александровны. Да, ну это была, конечно, трагедия в семье. Но, ну понимаете, тут он сидит в своей стране, в своем замке, ну, в дворце в Зимнем. А там вот развод. И приезжает женщина прекрасная во всех отношениях, кроме мозгов. Ее звали Александра Иосифовна, жена великого князя Константина Николаевича. Смотрите, проходит, идет охота на волков, идет охота. Он притаился, как террорист Александр Михайлов, выслеживающий Александра II. Он не ручной. Ты не ручной. Я уже вижу по его повадкам. Видишь, он уже напрягся. Иди сюда. Ну ладно. Не будем мешать котику делать свою профессиональную... выполнять свои профессиональные обязанности. И она приехала и сказала, что ее сын Дмитрий, который тогда должен был быть ординарцем на этом, первый раз на этом разводе, вот там, смотри, какая чудесная картина, он должен был приехать и очень переживает, что его императорское величество не приедет. И поэтому она его уговорила, и Александр поехал таки. А он тебя не любит. Совершенно. А поесть принесли? Поесть? Нет, не принесли. А вот сходите в магазин, а то фотографии мастера все. Понимаете? Слушайте, ну мы в других, мы других местах котиков подкармливаем. Мы же не знали, что у вас они здесь есть. Если бы знали, так принесли, конечно. Вот на Петроградской стороне я всегда приношу котикам. Хорошо. И, соответственно, Александр II поехал. Значит, в чем была проблема? Проблема заключалась в том, что все, он уже женат на Катеньке Долгоруковой. А у него, собственно, есть официальное наследство в виде будущего... А что, закрыто, что ли? Не-не, тут должно быть открыто. Что же вы меня пугаете так? Вы-то тут при чем? У него официальное наследство, Александр Александрович, великий князь, принцесса Дагмар, все, у них уже дети. И тут вот, короче, Катенька Долгорукова со своим наследством, старший там уже 7 лет или 8 ему было, трое на тот момент у них было. И непонятно, что вообще, какое будущее ждет семью Романовых. Ну, потому что династический кризис. Александр II уже там, ну, такими намеками иногда говорит,
недовольному наследнику, ну, пожалуйста, чемодан, вокзал Дания, все, двери открыты, давай, типа, дуй, а я тут как бы останусь. Значит, здесь я хочу обратить внимание вот на тот дом с таким лучковым сандриком. Ну, конечно, была настроена потом вот эта мансарда. Сейчас я поставлю вам фотографию памятника, который здесь когда-то стоял. Это памятник великому князю Николаю Николаевичу Старшему, командовавшему русскими войсками во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Его поставили здесь буквально перед Первой мировой войной и простоял он тут недолго. Вообще этот сквер сделан на деньги Чинизели, который сказал, что дайте мне сделать цирк, я вам сделаю тут сквер. И сделал. Вот, фонтан недавно разбит. А вот два, вот один, соответственно, корпус, и вот там второй. Кстати, вот это считается одной из градостроительных ошибок еще аж дореволюционных. У нас почему-то думается, что только в наше время градостроительные ошибки допускаются. Это здание было построено в начале 20 века, и оно убило перспективу, которая открывалась вот в ту сторону на совершенно потрясающую аллею, ведущую к Михайловскому замку. Теперь ее как бы не видно. Это Карл Иванович Росси, два здания манежа. Вот именно здесь происходил этот самый развод лейб-гвардии саперного батальона, а там сейчас замечательная надпись «Пятерочка». Я думаю, Росси просто вертится в гробу от такого соседства. Особенно меня очень умиляет магазин «Пятерочка» на Котельнической набережной в Москве. Туда заходишь, там такие вот эти ардековшные сталинские ампирные люстры висят, а рядом колбаса. Ну, совершенно потрясающе. В общем, вот приехал сюда Александр II. И тут мы сделаем небольшую паузу, потому что надо перекинуться на следующий как бы сюжет марлезонского балета, уже более поздний. Мы с вами подходим к дворцу Шувалова. Про Шувалова я в данном контексте говорить не буду. Подставлю вам на самом деле картинку. Вот я ее уже показывал в предыдущих своих экскурсиях, а вот здесь прямо ее будет очень в кассу показать, потому что вы поймете, как выглядела территория в то время. Вот опять-таки Владимир Шленин нас сопровождает. Вот он на митинге солдат броневого дивизиона выступал, с водного отряда красноармейцев, отправлявшись на Западный фронт, выступал. В общем, короче, выступал. Тургеневский памятник, кстати, недавний. Ну и, в общем-то, там, в этом дворце, в голубеньком барочном, лес барочный, дворец барочный, находился, жил министр, соответственно, юстиции. Прежде всего нас интересует министр Палин, который сыграл очень такую неблаговидную роль во время процесса над Верой Засулич. И у него была такая, знаете, концепция: ах, надо так надо, для старой и млада, лозы Вертограда. Вертоград — это по-старо, там, не знаю, на старом языке, это виноградник. Ну, верт, зеленый град Вертограда. То есть надо всех пороть. Анатолий Федорович Кони, соответственно, здесь у него сиживал, и про Палина очень много написал в своих воспоминаниях. Именно Палина изначально хотел убить Степан Кравчинский, о чем мы будем говорить дальше, но Палин вовремя, так сказать, вышел в отставку, и его это спасло. Поэтому Кравчинский остановил свой выбор на шефе жандармов Мезенцевой. А затем здесь жил министр юстиции Щегловитов, это уже начало 20 века. Это был человек, про которого многие говорили, что он убил вообще юстицию, как бы племя о нем высказывалось весьма уничижительное. И здесь в один из прекрасных дней приехали сотрудники охранного отделения и арестовали парочку, которая сидела где-то вот здесь в беседочке. И охранники Министерства юстиции говорили: доставьте вы их, ну что, они там сидят, целуются. Когда они стали подходить к этой парочке, одна из них, Лидия Стури ее звали, вытащила револьвер и стала стрелять. А ее напарник, соответственно, Лев Синегуб, тоже оказал сопротивление. Я вам сейчас подставлю фотографии этих людей. Они были члены северного боевого летучего отряда, которого и возглавлял Карл Трауберг. На их счету убийство Зинаиды Коноплянниковой, полковника Мина в Петергофе, тогда уже генерала. Он прославился в кавычках тем, что подавлял вооруженное восстание в Москве в 1905 году в декабре, Семеновский полк. Затем, вкратце я об этом уже упоминал, Евстолия Рогозинникова убила на Греческом проспекте, там угол 7-й Рождественской, ныне 7-й Советской.
Игореческого проспекта находилось тюремное, соответственно, ведомство. Она убила главу этого тюремного ведомства. Кличка у нее была Тоша. Ну и вот, соответственно, целая группа людей. Марио Кальвино, это Всеволод Лебединцев. Он добыл себе, соответственно, он был, у него бабушка была итальянка, и он, соответственно, добыл себе удостоверение человека по фамилии Марио Кальвино, который был корреспондентом итальянской газеты «Трибуна». Некая Кися, ну реально Кися, это у нее, да, Кися у нее была такая, Казанцева, Кися Казанцева, да. Затем Анна Распутина, это вообще поразительно, у нее были дети, на самом деле, и... в общем, они готовили убийство министра юстиции Чеглавитова и великого князя Николая Николаевича, на этот раз младшего. Вот я каждый раз, когда вожу экскурсии на Петровской набережной, показываю дворец великого князя Николая Николаевича младшего и объясняю, что вот эта архитектура, которая символизирует террористическую угрозу, потому что у этого дворца нету ярко выраженного входа. Вход архитектор Хренов сделал со двора, и потому что знали, что за ним охотятся. Их все единым фронтом взяли, причем, ну, например, Лидия Стури, очень красивая, кстати, барышня, она была там дочерью полковника, дворянка, ну, вот этот Всеволод Лебединцев, Марио Кальвино, он вообще делал, соответственно, карьеру ученого довольно серьезную, он работал в Пулковской обсерватории, он как бы, ну, окончил... Когда университет, он за диссертацию получил серебряную, ой, золотую медаль. И эту золотую медаль продал и потратил ее на путешествие по Европе. Вот, кстати, Вера Комиссаржевская, про которую я не знаю, в каком порядке я буду выкладывать эти ролики, но вот в выпуске про Леонида Борисовича Красчина я буду рассказывать, как с ее концерта ему поднесли букет из 100 рублевок. Да, в Баку там было такое, соответственно, выступление, причем в квартире у местного жандарма. Она его отдала на деньги уже на этот раз большевистской террористической организации, которую возглавлял Леонид Борисович Красин. Здесь у нас находится пассаж, не знаю, заставят нас тут маски надевать. Классные рассказы. А? Классные рассказы. Спасибо. Мне очень нравится. Спасибо. Сейчас мы попробуем здесь пройти, может, нас не выгонят без маски. Пойдем, зайдем, попробуем. Но если не получится, то не получится. Нет, у нас, наверное, там охранник стоит. Сейчас спрошу. Да что, я буду маску надевать в кадре, что ли? А без маски не пустите нас пройти сквозь? И мы... Да, насквозь. А? Насквозь, что ли? Да, насквозь мы просто пройдем, выйдем на несколько и уйдем. Спасибо. Мы прорекламируем прекрасный пассаж. Да, да, спасибо. Мы соблюдаем social distance. Вообще, конечно, меня очень часто спрашивают, когда... Никто не испугается, не переживайте, я чипирован, и все, в общем, все нормально, я этот, как это, фармафашист, да, я за прививки. Котики и мейн-куны продаются, они же тоже чипированы. Котики и мейн-куны тоже чипированы, ну так это же про меня, да. В Стольном Граде Парижа у меня даже есть кусочек маршрута, который я вожу по пассажам, там вот за Пале-Рояль есть как раз у нас кусок замечательного города, одного из моих любимых, ну, после Петербурга, конечно. Меня часто спрашивают, когда в Европу, да никогда, ребята. Но я думаю, что еще год это все точно не отвалится. А дальше, ну, будем смотреть. И при том, раньше-то я группы-то возил в Париж, ну, зимой, потому что, ну, как-то надо было... Ну, зимой тут не поводишь экскурсии, да? А теперь я что-то хочу зимой отдохнуть, и вот... В прошлом году, например, был аншлаг на новогодних праздниках. Я думаю, в этом году будет еще больше аншлаг, и я еще больше буду экскурсии проводить. Поэтому в этом связи уже во Францию-то особо нет смысла ехать. Но хочу сказать, если поедете, все-таки самое лучшее время – это, конечно, января. Я был в Париже, наверное, раз 6 в конце января. Там всегда ништяк. Там тепло, туристов нет, но сейчас их, наверное, и так мало. Но раньше самое главное, что там не было китайцев. Да, вот в конце января. Они почему-то это время очень не любят. Подставлю вам тут несколько картинок уже из этого пассажа непосредственно. Да, прочитайте про него в моем путеводителе. Все там есть, безусловно. Ну, подойди, сфотографируй ты меня спокойно. Что ты? Да, давай. Можно, да, сфотографироваться? Давай, сулфак, давай. Давай вот так вот, чтобы было видно. Шикарно. Все.
все, на удачи. Здравствуйте. Спасибо. Слушайте, я тут знаю такая, что в экскурсии. Я думал, он просто со мной как... О, божечки, я покраснял! Да. Почему мы идем через этот замечательный проход? Потому что, когда выяснилось... Да, так вот, заканчивая тему с этими ребятами. Их всех взяли, повесили в лисьем носу. Я прикреплю там ссылку. У меня есть такой небольшой ролик. Ну, просто я стою, на камеру рассказываю как раз в том месте, где лисьего носа, лисьего носа. Там была, соответственно, такая гряда, на которой проходили казни. И на этой основе Леонид Андреев написал рассказ о семи повешенных, который читаешь и слезами обливаешься. Но ты не понимаешь контекста, тебе кажется, что действительно несчастные молодые люди, которые вот... Ну, у них, у многих были, ну, определенного рода комплексы. Например, Всеволод Лебединцев, он пытался покончить с собой в Италии. Его там спас один человек, и он, соответственно, решил, что, ну, ладно, раз такая тема, посвящу себя террористической деятельности. Когда не задалось с проездом Александра по Малой Садовой, Софья Перовская взяла всех бомбометальщиков и привела их в кондитерскую Андреева. Кондитерская Андреева находилась там, где сейчас у нас находится кафе «Север». Она их там посадила, сказала, что они пойдут на Екатерининский канал, ныне канал Грибоедова. Это место они заприметили еще до этого. И надо сказать, что из всех четырех бомбометальщиков свою поданную порцию кофе и пирожных смог съесть только Гриневицкий. Это тот, который в итоге финальную бомбу и бросил. Вот здесь, в этом замечательном месте. Это принадлежит метрополию. Директором его является Игорь Шеденков. Это такой прекрасный человек, который на работу ходит в костюме, а в нерабочее время он весь в татухах и на Харле рассекает. И как-то мы с ним списывались в Фейсбуке, я у него спрашивал, есть ли какая-то информация дополнительная про вот, ну, про Север. И он мне, ну, в общем, прислал все то, что я, в принципе, уже и знал, извинившись, что вот это все, что у него имеется. Здесь, соответственно, у нас тоже миллион всяких рассказов, я не буду повторяться, потому что это есть и путеводители у меня, плюс у меня есть проходка, где я в таком свитере со снежинкой гуляю в ту сторону, потому что у нас сегодня тема, конечно же, исключительно вот эта. И поэтому они пошли на Екатерининский канал и там встали. Теперь мы опять прерываемся и немножечко отматываем пленку назад. На дворе 1878 год. Еще нет в помине никакой народной воли, еще только идут дебаты между, так сказать, бунтарями и пропагандистами, так они себя называли. Вот там раньше, где сейчас у нас портик Русская, там находилась часовня, построенная по проекту архитектора Горностаева. Вы этого архитектора знаете, если были в городе Хельсинки. Там стоит русский православный храм, его нереально не заметить, он огромный и он виден со всех сторон. В эту часовню хаживал каждое утро, заметьте, по собственной воле, никто его к этому не принуждал, шеф жандармов Мезенцев. Я поставлю эту фотографию этого человека, такую, знаете, как Рокфорд с такими усами. Вот, опять-таки, понимаете, идиотия эпохи. Сейчас я достану одну книжечку, ты пока покажи Невский проспект, где мы находимся. Причем книжечка вообще не имеет никакого отношения к, собственно, терроризму. Вот она выглядит вот так. Лесгот в Петербурге. И здесь, на самом деле, значится о том, что, ну, Лесгов читал лекции, и уже после третьей лекции, всего их было пять в университете, генералу Мезенцеву, возглавлявшему третье отделение, поступил жандармский рапорт, в котором говорилось, что как ярый последователь ослабевшего нигилизма, он все еще силу и ума своего умеет поддерживать в большинстве юных слушателей своих те вредные идеи, которые уже послужили поводом к преследованию его лекторской деятельности. То есть, пойдем туда. То есть Лесгота объявляли в нигилизме. То есть то, что он своими какими-то научными студиями проповедует нигилизм. И что Мезенцев отвечает? Вот что Лесгов под видом анатомического учения, и там дальше,
Таким же успехом пользовались упомянутые лекции Лезгов, составленные одно время предмет всеобщих толков в одобрительном смысле для лектора, как популяризатора нигилистических идей. То есть они его реально на серьезных щах обвиняют в том, что он вот нигилизм проповедует. Вот такая была атмосфера. Да? Я взял абсолютно случайную книжку. Да, и вот. Ну, а теперь представьте, что происходило в среде, которая была связана с какими-то уже более действительно прогрессивными историями, тем более революционными. Поэтому Мезенцев был бельмом на глазу, хотя, конечно, про него говорили, что он был, он, естественно, был и прекрасный генерал, и все такое прочее. Это вообще была идиотская политика царской власти, ставить куда ни попадя боевых генералов. Ну, то есть, на самом деле, ты можешь быть прекрасным боевым генералом в поле, но абсолютно нулем в городе, где нужно, как-то идти на какие-то компромиссы, да, мыслить более широко, стратегически и так далее. В общем, короче, был такой персонаж, Степняк. Это его, соответственно, литературный псевдоним. Он был Кравчинский, на самом деле, изначально. Который, вот я как уже говорил, хотел убить сначала графа Палина. Граф Палин откинулся со своей должности, и вот выбор пал на Мезенцева. Значит, его проследили, выяснили, что он с Фонтанки 16 ходит сюда, в эту часовню, каждое утро вместе со своим корешем Макаровым. Они там молятся и потом возвращаются. Это особо их бесило, то, что он вот молится, одной рукой крестится, а другой подписывает, или этой же самой рукой подписывает приговоры, по которым там ссылают революционеров и так далее. И Кравчинский это был, конечно, тот еще фрик, надо сказать, вот такой, знаете, сударь тысячи чертей. Сначала он хотел этому Мезенцеву голову просто отрубить саблей турецкой. Ему объяснили, что гильотина, она была придумана на самом деле, я не знаю, как ему объясняли, это я вам объясняю, как я думаю, ему объясняли. Гильотина, она была придумана, не просто так, потому что бывали случаи, я читал про одну казнь во Франции на Греффской площади, когда одной несчастной даме голову не могли отрубить 16 раз. То есть и 16 раз просто наносили удары по шее, поэтому профессия палача, она была очень хорошо оплачиваемая. Нужно было одним ударом отсечь, поэтому вот я должен раньше, а чего волосы отстригают, чем они помешают? Да помешают на самом деле, очень сильно помешают. Поэтому и была придумана гильотина, чтобы, не страдали узники от таких вещей. Вот. Поэтому, можно не отрубить. Тогда, как пишет уже в своих воспоминаниях Морозов, он придумал, что он возьмет эспадроны, подловит здесь и вызовет его на дуэль. И они будут биться, как д'Артаньяны, мушкетеры. В общем, вот такое, да. Давай здесь пройдем. Короче, и от этой идеи тоже отказались. В итоге Кравчинский заказал себе стилет. Это такая четырехгранная длинная шило, такое пацанское средневековое. Оно нужно было, чтобы им удобно протыкать кольчугу. Ну и в глазик прекрасно можно запихнуть, когда у тебя это вот кастрюля на голове с прорезями, с этими. В общем, он заказал себе этот стилет, вот дитё малое. И Морозов писал, что он два раза выходил на Мезенцева, два раза он не мог его прикончить. Потому что одно дело, вот эти все понты подростковые, а другое дело, когда ты уже выходишь реально на убийство. Происходило это вот здесь, мы сейчас сюда выйдем. Здесь было такое кафе Качкурова. Почему они его выбрали? Потому что вот здесь... лицом туда можно было поставить экипаж утром, и он бы не привлекал усиленного внимания. Потому что кафе работает. На козлах сидел кучер Адриан Михайлов. Мы когда будем говорить про метальщиков, обычно даже в советской литературе писали, что их было четверо: Емельянов, Рысаков, Гриневицкий и Тимофей Михайлов. Почему они так выделяли именно Тимофея Михайлова рабочего? Потому что Михайлов было три. Был Адриан Михайлов, который потом отошел от революционных дел. Был Александр Михайлов по кличке Дворник, который, собственно, цемент народной воли. Да? И вот Тимофей Михайлов, рабочий бомбометальщик. По кличке Тимоша, кстати. Между прочим, вот в той книжке про Андрея Желябова написано в советской, что этот Тимоша участвовал в убийстве и ранении всевозможных нерадивых мастеров на производстве. То есть Тимоша Тимошей, а мог тебе и стилетом засандалить под ребро.
Да, значит, стояла здесь пролетка, запряженная конем по кличке Варвар. Это известный конь, он участвовал в побеге Кропоткина из тюрьмы на Суворовском проспекте. Может, уже как-нибудь об этом расскажу отдельно. Ну и, в общем-то, Мезенцев шел. Три сигнальщика шли перед этим, показывая, что он идет. Кравчинский сидел вот там, в саду. Пушкина еще не было, пойдем перейдем. Ну, я покажу, как на самом деле эта территория выглядела раньше. Он сидел, он был замаскирован, ну, то есть он был в зеленых, в золотых очках, в шляпе в такой, в шарфе, да, и держал на коленях газету. В этой газете, собственно, у него и находился стилет этот самый. Вместе с ним здесь еще был человек по фамилии Баранников. Баранников — это потом тоже одна из ключевых персон народной воли. Его называли рыцарь без страха и упрек. Он был такой сильный, ловкий, как джигит. В общем, короче, масса всего про него говорилось. И они вышли, и Кравчинский просто подошел сзади к Мезенцеву, всадил ему этот стилет и успел еще провернуть. Значит, Макаров с жесточайшим оружием под названием зонтик попытался, соответственно, что сделать, но тут Баранников достал револьвер, стал стрелять, они вдвоем вскочили в пролетку и умчались. Они поехали до Садовой улицы, доехали до Невского проспекта, повернули там, затем к Хатькиному саду, проехали с той стороны Александрийский театр, выехали к Опрашке, и там, соответственно, Кравчинский вышел и смешался с толпой. Все. Мезенцев несчастный доковылял на своих двоих до угла Садовой и, соответственно, Итальянской улицы, там наняли извозчика, он приехал на Фонтанку 16, через несколько дней умер. Хотя его пытались откачать, но рана была уже смертельная. Прикол заключался в том, что это случилось 4 числа, а 3 в Одессе был повешен такой человек по фамилии Ковальский за оказание вооруженного сопротивления. И получилось, что это такая моментальная месть народовольцев, при том, что Мезенцева предупреждали о том, что, ну, может быть, опасность, но он говорил, что я этого не боюсь. Не было раньше здесь, соответственно, этого прекрасного Никушинского Пушкина. Кстати, если кому интересно, у меня есть репортаж из мастерской Никушина, и там этот Пушкин в таком... Ну, не в таком, да, вот в таком виде, да, представлен в разных видах. Там нам рассказали, что на самом деле, прежде чем сделать скульптуру любого человека, скульптор лепит ее голой. Поэтому там можно видеть такой феномен, как голый Ленин, например, да. То есть, ему, чтобы слепить своего Ленина для Московской площади, нужно было сначала голого Ленина вылепить. Кравчинский потом эмигрировал. Вот Войнич Овод писала с него как раз. Ну и, в общем, он... интересной смертью умер. Он шел в Англии задумчивый и попал под поезд. Я хрен знает, как можно не заметить паровоз. Ну, как бы, но вот он не заметил. Да, не заметил, попал под поезд. Это была трагедия для всей эмигрантской тусовки, но вот тем не менее. Мы с вами пришли к Михайловскому дворцу, построенному для великого князя Михаила Павловича. Это младший сын Павла I. Но опять-таки я не буду сейчас рассказывать ни про Елену Павловну, да, его супругу, ни про то, что это вообще-то был центр подготовки отмены реформ, ну, в смысле, реформы по отмене крепостного права, что сюда приходил Рубинштейн, бла-бла-бла. Тут тусовался великий князь Константин Николаевич, которого, кстати, будущий Александр III терпеть не мог. Именно еще и за то, что он очень нашел близкий язык с Долгоруковой Катенькой. Нет, нас это интересует потому, что после развода караула Александр II поехал сюда, к Екатерине Михайловне. Это была единственная оставшаяся в живых дочь Елены Павловны. На чаек. Он, соответственно, почаевничал и поехал дальше. А там его уже ждали. Значит, когда они выслеживали Александра II, они выяснили, что на Екатерининском канале, когда кучер сворачивает на него, он сбавляет ход. Это первое. Второе, там, ну, действительно было на тот момент малолюдно. Это сейчас мы выйдем, вы обалдеете от количества людей, там все эти лотки с сувениркой и прочее, корпус Винуа, русский музей. Тогда этого ничего не было. Там простирался, соответственно, сад. Ну, на тот момент сад Екатерины Михайловны. И поэтому было решено, что если там не удастся, то будет покушение совершено там. И Перовская в этой
чуть не сказал, харчевню, в этой кофейне кондитерской Андреева. Кстати, в некоторых воспоминаниях написано, что он находился в начале Невского. Нет, у Тыркова, у брата Тыркова Уильямс, я эту книжку, кстати, покажу, эти воспоминания есть у меня в двух книжках, он прямо пишет, что напротив гостиного двора. Ну, это логично, потому что, ну, оттуда ближе, что это же они же бомбы носят, а бомбы такие, что там от малейшего этого они взорваться могут. Поэтому что им там туда-сюда гулять. Она их расставила. Значит, первым должен был кидать бомбу как раз-таки Тимофей Михайлов. А Рысаков, это, ну, вот последний персонаж, он недавно появился. Кстати, его очень рекомендовал Желябов. Он должен был кидать бомбу последним. Случилось так, Рысаков, на самом деле, он там ходил. Он дошел до Круглого рынка. Это тот рынок, куда Пушкин заморожкой посылал, пока смерти своей ждал несчастный наш поэт. И получилось так, что когда царь поехал, Рысаков оказался первым, потому что Тимофей Михайлов бросить бомбу не смог. Как они понимали, что царь едет? Значит, вот там в створе, вот в той стороне, стояла Сонечка Перовская. Кстати, она говорила, что если бы, ну, они просто успели сделать только 4 бомбы, было бы их больше, она бы сама бы взяла бомбу и киданула бы ее. Она стояла и должна была, когда царь выезжает из дворца Михайловского, достать белый платок, ну и там поднести там к носу, типа высморкалось. То есть не так, конечно. Эй, он вы! Нет, не так. Ну и, соответственно, она достает этот платочек, все. Рысаков кидает бомбу. У царя была такая низкопосаженная карета темно-синего цвета с золотым околышем. Интересно, что колеса были оторочены гуттаперчей, потому что считалось, что эта гуттаперча может погасить силу взрыва. Да. Вот. Технологии уровня фантастика. Да. Царь ехал не один, вокруг него, значит, был его кучер Фрол Сергеев, был его ординарец, вокруг 6, соответственно, казаков. За ним ехал Дворжицкий, это представитель городской полиции, а за ним ехал начальник дворцовой полиции Кох. Вот они такую кавалькадой, значит, тут неслись, вот в ту сторону. Ого, прикинь, что делает с людьми ковид, да? Да, дядя такой вот. Ну, конечно, вот в то время, про которое мы вам говорим, здесь этого ничего не было, да, по понятным, собственно, причинам. Вот там стояла Перовская, вот где вот там вот девочка делает очередное селфи, или что она там делает, короче, да. Этого всего не было. Здесь, кстати, вообще летом ходила конка обычная. А летом, да, здесь были рельсы, а зимой нет. Ну, а это мы говорим про март, еще зима. Значит, Рысаков кидает бомбу. Взрыв. Царь не пострадал. Вот время непуганных дебилов, да? Ну, потому что он был уверен, что его опять пронесло. На него было несколько покушений. Он думал, что вот очередная бомба, и, ну, типа, все, пронесло. Понимаете? Но он же... Это говорит об отсутствии нормальной оперативной работы у ведомств. Хотя... Да кто ему скажет, он едет с кучером и вот с этим ординарцем. Все, вокруг 6 казаков. Что они ему могут сказать, да? Он вышел, соответственно, ему интересно. Потому что Рысаков побежал. Тут стоял мальчик такой, Захаров. Он был 14-летний мальчик, ну, подросток. Он нес мясо в лавку, забегая вперед, что, в общем, не донес. На самом деле, второй бомба его пришпилила. По одним сведениям, даже этот мальчик кинул корзину с мясом ему под ноги. Нет. И дальше вот уже там дворник просто кинул ему лом в ноги, его схватили. Подходит Александр. Разные есть данные. По одной версии он сказал «хорош», поглядев на него. А по другой, значит, к нему подпускают: «Вы живы, ваше величество?» Он говорит: «Я жив, слава богу».
Его, конечно же, сразу стали умолять, и Дворжицкий, и Кох, типа, ваше величество, ну, пожалуйте, давайте, типа, там, в сани, и, как бы, алло. Ну, потому, ну, сейчас, вот, представьте, вот, едет там какой-нибудь, там, не дай бог, там, Владимир Владимирович, да, ну, я вот наблюдал, да, как вообще его по Вознесенскому носится его кортеж, и это, в принципе, сейчас невозможно, ну, допустим, не дай бог, да. Что делает охрана? На все, она сразу в охапку, все, взяли, увезли, и через 2 секунды след простыл. Нет, он вышел, пошел, значит, ему интересно. Ну и в этот момент, соответственно, человек по кличке Котик, да, перец везде котиков найдет даже в народной воле, Игнатий Гриневицкий. Я всегда говорил, что он, соответственно, поляк. Мне тут как-то ВКонтакте один человек написал, что он литвин. Вот вообще плевать. Поляк, литвин, короче, подданный Российской империи, полюбасу, да. Подошел и бросил, соответственно, ему вторую бомбу со словами: это мы еще посмотрим, слава ли Богу. Ну и все, царю отрывают ноги. В этот момент подъезжает, соответственно, Михаил Николаевич, который был с ним во дворце, говорит: Саша, что с тобой? И он ему говорит: отвезите меня, собственно, во дворец, я хочу умереть там. Гриневицкого тут же на месте, соответственно, накрыло. И Александра II привозят во дворец, и где он через 2 часа, собственно, умирает от потери крови. Ну, давай, обойдем. Собственно, случилось это вот здесь. Почему здесь собор-то был построен, непосредственно здесь? Потому что нужно было обозначить место убийства Александра II, поэтому вот немножко выдвинут собор в ту сторону. Сколько мы там уже вещаем-то? 16:37. Активно я рассказываю. На экскурсиях это у меня занимает гораздо больше времени. Пока царя пытались спасти, соответственно, вот вода, которой смачивали его раны, ее выносили из покоев, она была кровавленная, и подданные подбегали, мочили в ней свои платки и потом хранили их. Здесь, на месте убийства, были потом, ну, находили там остатки шинели, еще чего. Наиболее предприимчивые люди стали их, естественно, продавать тут же, да, то есть, как бы, шинель царя. Кто-то нашел палец, принесли во дворец, выяснилось, что это действительно палец императора, его заспиртовали, поднесли Долгорукову, и там в обморок, короче, упало. Гриневицкого так и не опознали. Перовская пришла на встречу с Тырковым. И об этом, собственно, есть воспоминания в нескольких книжках, да, вот ты пока покажи, это красивый сосол. Так, естественно, клевая, какая она еще может быть? В клевом городе клевые прически. Сейчас я сразу 3 книжки достану. Ну, мне этих книг, блин, вагон. Мне причем их еще дарят. У меня, я уже в какой-то момент просто устал от революционной литературы, потому что, ну, куда уже, блин. Вот, у меня про одних только узников Петропавловской крепости целая, блин, библиотека. Ну, вот, например, такой сборник советский, «Народная воля», «Черный передел». Здесь собраны мемуары действительно этих людей. И вот я здесь заложил, соответственно, зачем я здесь это заложил? Это вообще не то место, которое меня интересовало. А, вот. Характеристика Сонечки Перовской. Вот в Михайлове это было сильное, ровное чувство мужчины. В Перовской более тонкое, острое, глубокое. Это не про отношение к Александру II. И в то же время порывистое чувство женщины. Она точно мстила Александру II за то, что он оторвал ее от ее спокойной, мирной работы пропагандистской. Так, где у нас здесь Тырков? Давайте мы с вами посмотрим, где его воспоминания вообще. Тут еще миллион всяких картинок, конечно же, есть. Кто у нас тут есть? Ну, это Халтурин. Сейчас, а кто у нас тут еще есть? Вот, Сонечка Перовская. Это она же рядом? Это Вера Фигнер. Нет,
вот это? Это Ашанина, которая, кстати, потом умом тронулась. Да, вот это Морозов, которого я цитировал. Это Александр Михайлов по кличке Дворник. Это Суханов, морской офицер, который тоже участвовал в подкопе. И, между прочим, вынашивал план обстрела Зимнего дворца, значит, из Кронштадта. А вот Тимофей Михайлов, который должен был бросить бомбу. Но он, кстати, потом подал прошение о помиловании, но этого не случилось. Это вот Богданович, который был... Кобызев. Да, Кобызев. Вот склад русских сыров Кобызева, видите? Реклама – это разрешение, по-моему, да, какое-то разрешение. Вот, там это ищут, вот они как раз, вот видите, ищут мину под складом. Дело в том, что... Якимова свалила, зажгла свечку... под иконой, оставила деньги мяснику за мясо для кота. Да, у них там был котик, да, котик. И этот котик попался, соответственно, Моровинскому, когда он там шарился. Вот, он его погладил, она вспоминала об этом. Все любят котиков, даже террористы, понимаете? Ну и через несколько дней, когда вскрыли, соответственно, лавку, выяснилось, что вот оттуда велся подкуп. Что, конечно, в городе происходило, это страшно представить. Вот взрыв, да, карета. Ну, это, вы же понимаете, это рисунок. Все было несколько не так. Это известный рисунок Маковского, да, на суде. Кибальчич, Перовский, Желябов. Ой, в смысле, Кибальчич, Перовский, Желябов. Вот так вот надо рассматривать. Да, Кибальчич, Перовский, Желябов. Да, все правильно, да, Маковский. Кстати, Маковский пришел на суд абсолютно таким... сочувствующим Александру Второму, ну, вообще ненавидящий этих террористов, а ушел совершенно с другим ощущением, потому что он увидел там этих людей. Ну, вот Кибальчич непосредственно, да. Ну, а это уже вот, вот это Рысаков. Да, казнь. Значит, ничего не произошло после этого. Все ожидали какого-то бунта, все ожидали какого-то восстания. Не было ни бунта, не было ни восстания, соответственно. И я вот вам хочу зачитать, что писала Вера Фигнер после убийства Александра II. «Я плакала, как и другие. Тяжелый кошмар на наших глазах, давивший в течение 10 лет молодую Россию, был прерван. Ужасы тюрьмы и ссылки, насилие, жестокости над сотнями и тысячами наших единомышленников, кровь наших мучеников, все искупала эта минута. Это пролитая нами царская кровь, тяжелое бремя снималось с наших плеч, реакция должна была кончиться, чтобы уступить место обновлению России». Схера ли? Вот хочется задать, вот взрослые люди, ну, казалось бы, говорил им Плеханов на самом деле, что у вас вместо... царя Александра с двумя палками, будет царь Александр с тремя палками. И так оно и получилось, да? Ну вот они, понимаете, вот они жили вот этим, да. Извините, я не хочу вас отвлекать. Можно я с вами сфоткаюсь? Ну, сфоткайтесь. Я буквально вот только вот в Питер, вот буквально сегодня приехал, я вот ваше видео смотрю, да, и давайте. Вот вас встречаю, это просто... Ну, это просто это просто невероятно. Да, спасибо вам большое, у вас очень классный видос. Спасибо, да, спасибо. Да. То есть они, вот понимаете, это какой-то идиотизм с обеих сторон. С той стороны казалось, что сейчас мы какой-то документ подпишем, и все уляжется. С этой стороны казалось, сейчас мы Александра II грохнем, и все уляжется. Да схерали как бы, ну откуда? При том, что, опять-таки, описалось в советской книжке, значит, в одной из встреч Иванов, ну это некий там, попросил Соню объяснить ему, что партия подразумевает под захватом власти. Соню поражало, что этот вопрос всегда задавали посторонние, тогда как внутри партии его считали не имеющим значения для настоящего времени. В смысле не имеющим значения для настоящего времени? Вы охотитесь на царя, вы его убиваете. В смысле о том, что вы сейчас передадите свою власть народу, да, а народ там уже как-то распорядится ей. Ну, то есть, понимаете, какие-то такие вот детские мечтания, что это даже не поддается никакому критическому анализу.
При том, что, еще раз хочу сказать, люди были такого масштаба, до которого нам с вами, конечно, как до Луны. Да? И Софья Перовская могла там в день наяривать и 20-40 километров, истаптывая, значит, свои сапожки. Она пришла к Фигнер и сказала: «Верочка, ты можешь мне занять, там, я не помню, там, рубль или 2 рубля?» Она сказала: «Так, Соня, возьми из спортивной кассы». Она говорит: «Я не могу, потому что это деньги партии». Она зарабатывала деньги частными уроками, тем. Вот такая была девушка, да. И чего в итоге добились народовольцы? Значит, одна из самых распространенных историй заключается в том, что действительно царя давили идеей о том, чтобы надо делать конституцию. Но про конституцию речь не шла, речь шла про создание некого органа с представителями от народа. Ну, как от народа? Не от простого, конечно, народа. То есть должны были быть некие люди, которые при Государственном Совете просто выносят какие-то рекомендации. Это не то, чтобы не конституция, это даже не парламент, но это хотя бы хоть какой-то маленький шаг навстречу. И вот, по идее, подписание документа о создании такого органа должно было состояться 4 марта 1881 года. Еще раз хочу сказать, это никакая не конституция. Очень часто можно услышать, что типа вот царь должен был подписать конституцию. Это все чушь собачья. Но это хоть какое-то поползновение. Значит, тем, что убили Александра II, народовольцы закрыли путь к, вот, к этим процессам. Потому что пришел Александр III, он сказал: «Спасибо, не надо», и свернул все реформы отца в бараний рог. Ну и второе, что они сделали, это самое ироничное в нашей истории. Они решили династический кризис. Все, Долгорукова пошла лесом, Александр III занимает престол. Никто не знал, что с этим делать. Никто не знал, что ждет Россию. Все гадали на кофейной гуще, что будет. Сонечка Перовская махнула платком, и вуаля, проблема решена. Они, естественно, об этом не знали, ну, они, естественно, не предполагали, что это будет вот, вот так. Но так оно и произошло. И в итоге партия «Народная воля» практически на этом, собственно, и прекратила свое существование. Дальше была история с Дегаевым, знаменитым провокатором, и Судейкиным, гениальным жандармом. Потом были младые народовольцы, среди которых был у нас старший брат Владимира Ульянова Александр. Ну и, собственно, все. Эсеры считали себя правопреемниками «Народной воли». Некоторые из народоволок, например, Софья Ивановская, участвовала в подготовке покушения на Вячеслава Константиновича Плеве вместе с Савенковым, но народная воля – все. Но поскольку брат Владимира Ильича был младым народовольцем, то народовольцы – наше все. Вот там улица Большая Конюшина, она раньше называлась улица Желябова, дальше Малая Конюшина, улица Софьи Перовской, сейчас они переименованы. Ну и, собственно, и стихии Блока и всего остального. Но чтобы вас как-то погрузить в контекст, я хочу вам сейчас показать письмо Софьи Перовской и своей матери. Я когда первый раз прочитал этот документ, я очень долго, конечно... Да, я переживал. И сейчас Илона Маркарова, которая читала в одной из наших предыдущих экскурсий монолог Веры Фигнер на суде, вот она прочитает это письмо. Дорогая моя неоцененная мамуля, меня все давит и мучает мысль, что с тобой. Дорогая моя, умоляю тебя, успокойся. Побереги себя ради всех окружающих тебя и ради меня также. Я о своей участи нисколько не горюю. Совершенно спокойно встречаю ее, так как знала и ожидала, что рано или поздно, а так будет. И право же, милая моя мамуля, она вовсе не такая мрачная. Я жила так, как мне подсказывали мои убеждения. Поступать же против них я была не в состоянии, поэтому сейчас со спокойной совестью я ожидаю смертную казнь. И единственное, что тяжелым гнетом лежит на мне, так это твое горе, моя неоцененная. Я не знаю, что бы я отдала, чтобы облегчить его. Голубонька моя, милая мамочка, вспомни, вокруг тебя громадная семья. И малые, и большие, и для всех ты нужна, как... Великая своей нравственной красотой, своей искренней привязанности к тебе я уверять не стану. Ты прекрасно знаешь, что с самого детства ты была моей самой большой и высокой любовью. Я надеюсь, родная моя, ты успокоишься, простишь хоть частью то горе, которое я тебе причиняю, и не будешь сильно меня бронить. Мысленно и крепко-крепко целую твои ручки
и на коленях умоляю не сердиться на меня. Мой горячий привет всем родным. Вот и просьба есть к тебе. Дорогая мамуля, купи мне воротничок и рукавички, а то запонок здесь не позволяют носить. А воротничок поуже, чтобы для суда поправить мой костюм. Здесь он очень расстроился. Прощай же, моя дорогая. И еще раз повторяю свою просьбу. Не терзай, не мучай себя из-за меня. Моя участь вовсе не такая плачевная. И тебе из-за меня горевать не стоит. Хочу сказать, что у Илоны Маркаровой с ее сотоварищами есть на самом деле экскурсии спектаклей по местам народной воли. Я помещу внизу, вот там описание, в описании ссылку на их театр. И, пожалуйста, зайдите, посмотрите, возможно, вы захотите ее посетить. Ну, а от меня сейчас ряд традиционных анонсов. В продаже есть 3 добротные книги. Первая посвящена медийным войнам. Если вам интересно, как развивались взаимоотношения России и Японии, то это как раз для вас. Основной акцент сделан на пиар-компании, которую страна восходящего солнца провела во время русско-японской войны, промыв мозги гражданам Англии и США. Книга снабжена огромным количеством иллюстративного материала, часть которого публикуется впервые. Путеводитель «Невский с перцем», каждый дом от начала до площади Восстания. Читать можно вне зависимости от Невского проспекта, потому что, по сути, перед вами история нескольких эпох через строение, события и главных героев. Ну и остросоциальный роман «Корень», если вы хотите погрузиться в мир Петербурга 90-х нулевых, прочитать историю нескольких героев, которая приводит к довольно жесткой главе о блокаде, то это чтиво для вас. Все можно купить как у меня на сайте, так и на моих экскурсиях. На экскурсиях я все книжки подписываю. Что касается экскурсий, во время которых мы наблюдаем в основном, конечно, дворовых котиков, то они проходят с четверга по воскресенье, и вот на этой неделе, например, будет премьерная от Нарвской. И, конечно же, классика жанра типа «Опрашки». Билеты точно так же можно купить на сайте, ссылка располагается внизу. И еще, если вы хотите узнать про историю водонапорных башен в Петербурге, посмотреть, какие из них остались в нашем городе, узнать вообще, для чего нужны эти башни, то можете посмотреть ролик на канале компании RBI, в котором ваш покорный слуга рассказывает и показывает все это. На этом все. С вами был гид Павел Перец. Мы еще пройдемся по этому маршруту, потому что, естественно, здесь можно рассказывать не только про терроризм, здесь можно и нужно рассказывать еще про ряд других вещей, и про замечательного архитектора Александра Брилова, и про ту же самую Елену Павловну и так далее. Про мозаичиста Фролова можно тоже рассказать отдельно, потому что это мозаики выполнены в его мастерской. Она располагалась у нас сначала на Большом проспекте Васильевского острова, потом за Академии художеств, и там до сих пор она есть. То есть необъятные пласты информации, поэтому, когда мне говорят, а чего вы не поедете в Гатчину? Ну, ребята, тут, блин, еще поле не пахано, и потом, чтобы поехать в Гатчину, это надо потратить не день даже, а больше. Соответственно, на этом все. С вами был гид Павел Перец. Оставляйте комментарии, приходите на экскурсии. Увидимся. Пока.